Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день, меня зовут Вадим. Я езжу на машине Lada 10 модель Универсал с 2005 года. Машину взял новую в салоне. Пробег на сегодняшний момент составляет 32 тысячи почти. На капсулах MPG Capsat компании Fafai. Я езжу с октября месяцем. Результатом очень доволен. Снизился расход топлива в городском режиме примерно на литр. По трассе на ровном участке дороги при скорости примерно 100 км в час, 90-100 км в час, расход по компьютеру составляет 4,4 литра на 100 км. Меня это очень радует, потому что до этого момента проехал на бензине с помощью MPG Caps примерно 90 литров уже. До этого момента расход все-таки по трассе был немного выше, примерно 5-5,5 составлял. Тем не менее, очень понравилась динамика разгона. Вот, машина стала более приемистой, стала более увереннее в движении. Ощущение такое, что педаль акселератора стала очень чувствительная, то есть малейшее нажатие на педаль газа, и чувствуется уже результат. Меня зовут Дмитрий. У меня машина 85 года Volvo 740-я, дизельная, сами понимаете. Дизель, он немножко медленнее разгоняется. Расход, сами понимаете, какой. Вот. Я даже не знаю, какой здесь пробег у меня. 85 года машина. Вот. После приема этих таблеток машина гораздо стала разгоняться быстрее. Расход намного уменьшился. Если раньше входил в 11 литров, сейчас у меня получается 8-9 по городу. Работа у меня постоянно за рулем. Вот. Я очень благодарен, что попробовал эти таблеточки, и в дальнейшем буду ими пользоваться. У меня машина 2107 89 года. Стала по применению таблеток очень приемлемой. Расход дошел у меня до 6 литров. К чему веду разговор? Находясь за границей в командировке, пролетая 3 аэропорта Филиппин, Бангкока и Германии, я видел рекламу этих таблеток. Но звоня по телефону, говорили, что их нет. Но приехал в Ильичевск, и, как говорят, друзья подсказали, я нашел эти таблетки. Машина у меня Hyundai Sonata 2008 года, с объемом двигателя 2 литра на коробке автомат с тепроником. Вот, при моей тактике езды машина кушает у меня литров 13-14. Вот. При использовании таблеток сразу уменьшение расхода я не заметил, но почувствовал приемистость. После того, как начал заканчивать уже первую пачку, вот, я почувствовал, что она у меня начала кушать меньше 12 литров. Сейчас я дошел до 10-11 литров в потолок. При пробеге сейчас 15 тысяч. Я работаю на автомобилях Эталон, микроавтобус Азия Топик. Эти машины на дизельном топливе работают. MPG Caps я пользуюсь месяц уже. Использую ее на рабочей машине, на своей машине. И в результате использования очень-очень много я нашел плюсов. Сначала не верил. Не верил в этот продукт. Первые три раза я заправил. Вроде никакого эффекта, ничего. Я уже даже сказал, что да, наверное, я буду отказываться от этого продукта и вообще ничего. Но после четвертой-пятой заправки я обратил внимание, начало топливо меньше использоваться. То есть было использовалось где-то у меня на 100 км брало 17 литров топлива. После использования, после четвертой заправки у меня используется 12-13 литров. Здравствуйте, меня зовут Алина.
Я пользуюсь MPG Cups уже месяц. У меня машина Mazda 626 модели. Сейчас за месяц я использовала пока только 3 таблетки. Я заправляю полный бак и кидаю туда таблеточку, как написано на конвалюте с ними. После первой таблетки MPG Cups я обратила внимание, что у меня на счетчике бензин начал заканчиваться на уровне 520 километров. После второй таблеточки MPG Cups у меня уже было 580 километров. Сейчас у меня бензин как раз заканчивается, и вот 570-580, так у меня уже остался уровень. Все эти показатели по городу. Помимо экономии бензина, что я заметила как женщина, потому что все остальные показатели меня мало интересуют, потому что я их не понимаю. Я заметила, что машина стала тише работать. Я заметила, что утром я трачу меньше времени на прогревание машины. Ну и что больше всего мне нравится, это то, что когда загораются зеленые, у меня машина быстрее рвет с места и быстрее уходит.